Так, здравствуйте, это Heroes of Nevers, гайд по героям. Сейчас мы выберем такого персонажа, как Элония. Первый спелл это стреляет по линии ледышкой 200 магического урона. Второе это в области наносит 64 единицы магического урона. Третий спелл это стан на 1 секунду. Плюс добавленные за каждый заряд по 0,05 секунд. И также в секунду наносит 100 единиц урона. И ульта это тоже кидает шар, который наносит каждые 0,06 секунды 50 магического урона. И получает около 625 магического урона. Давайте проверим, как насколько этот герой хорош. Так, начинаем с предметами. У нас будет сапоги. Также взять. Что-нибудь на атаку. Возьмем поддержку. Возьмем вот так вот. Так, мы уже докачались до 7 уровня, давайте проверим наши скиллы действия. Пойдем мы на топ и заберем солдик. Зайдем на него. Сначала это. И он умрет. Можно еще убить легионера. Мы попробуем еще убить доктора Кусова. Пойдемте заберем маленьким. Отличная игра. Хорошо сыграно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Спасибо.